Добрий вечір. Це тема дня, а тема нашого ефіру – щеплення від грипу. Наскільки воно ефективно і чи насправді може захистити від грипу, дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей. В студії заступниця начальника управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації Людмила Чинякова та обласний дитячий імунолог Тетяна Оськіна. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Спасибі, що завітали до нас. І нагадую глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Саме за цим телефоном ви і можете поставити свої запитання. Скажіть, будь ласка, наскільки необхідна вакцинація і, зокрема, від грипу, якщо ми сьогодні говоримо про щеплення і щеплення від грипу? В першу чергу, добрий вечір всім, находящимся в студії і находящимся у екранів телевізорів. Що хотілося сказати? Вакцинація на сьогоднішній день – це дуже актуальний вопрос. Задумаємося над тим, 130 мільйонів дітей ежегодно рождається во всьому світі. 9 мільйонів із них умирает от инфекционных заболеваний. И 3 миллиона умирает от тех инфекций, которые могли бы быть предупреждены, если бы была бы сделана вакцина. Поэтому тема вакцинации, предупреждения инфекционных заболеваний, а даже некоторые возможно ликвидировать, проводя вакцинацию, на сегодняшний день на первом месте и у нас на Украине в том числе. Почему у нас на Украине? Ведь только за прошлый год 50 тысяч человек заболели корью. У нас по области в 46 раз выросла заболеваемость корью. Эти цифры должны привлечь внимание. И половина из них – это взрослое население. А в чем же причина? Основная причина в том, что 80-90% либо не были привиты вообще, либо были привиты по каким-то ложным справкам, либо прививки были сделаны не в полном объеме, что привело к такому росту заболевания. А что же этот год? А в этом году у нас уже на сегодняшний день заболело корью 70 человек. Это с 28 декабря прошлого года. А сегодня у нас 16 число. Поэтому актуальность вакцинации, еще раз повторяю, и спасибо огромное, что вы нас пригласили поговорить на эту тему, очень важна. Сейчас сезон эпидемии ОРЗ и гриппа. Поэтому, конечно же, и я думаю, что этот вопрос мы с вами затронем в сегодняшней беседе. За даними Миколаївського обласного лабораторного центру МОЗ, в Миколаївській області за період з 1 по 12 січня 8132 людини захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. Чи є сенс у вакцинації від грипу та чи роблять миколаївці щеплення, дізнавались Катерина Лисюк та Ігор Чорний. Прошу. Це сімейна амбулаторія номер 5. Сьогодні день малюка. Проходять плановий огляд, а також роблять щеплення. Медики пропонують вакцинуватись від грипу дітям від 6 місяців. Грипу підвержені всі слої населення, від младенців і... Грипу піддаються всі верстви населення, від немовлят вагітних до старших людей. Тому всім пропонується вакцинація від грипу. Особлива увага у нас приділяється вагітним, тому що перебіг даної хвороби важкий, є ускладнення. В принципі, ми боїмось не самого так грипу, як його ускладнень. Тому вакцинація йде повним ходом у нашому закладі. Як пояснює Олена Анфьорова, процедура щеплення від грипу однакова як для немовлят, так і для дорослих. Перед вакцинацією малюкам проводять повний медичний огляд. Вимірюють зріст, вагу, температуру тіла, прослуховують стетоскопом, перевіряють стан горла. Якщо всі показники в нормі, направляють на щеплення. Немовлятам роблять укол в ніжку, для старших дітей та дорослих – в руку. Анастасія Небелиця, мама двох діток, принесла 9-місячну донечку Катерину на плановий огляд. Категорично проти вакцинації від грипу. Діло в тому, що, мені кажеться, що іменно від грипу. Справа в тому, що мені здається саме від грипу. Щеплення. Тим більше в вакцині у нашій країні, я не впевнена. Я вважаю, що вони брудні і їх склад не настільки чистий, щоб колоти їх. Я боюсь колоти всілякі щеплення своїй дитині.
Молода мама взагалі проти будь-яких щеплень. Останню вакцинацію, яку робили її дітям, це БЦЖ старшому сину. Ми зробили йому оце щеплення, в якій я була ще більш-менш впевнена, тому що це досвід багатьох років. Ось, а зараз вакцини виробництва Індії, Пакистану. В них я не впевнена. Вони також брудного складу. І такі щеплення своїм дітям я робити не хочу. Марина Павлович навпаки – за вчасну планову вакцинацію. У молодої мами обидві дитини мають всі щеплення. Краще провакцинуватися. Якщо АКДС, поліомеліт обов'язкові, то краще їх зробити. Краще було б, якби БЦЖ, яке всім у 14 років відмінили, її зробити – це було б шикарно. Тому що імунна система як справляється? Ми ж робимо живі мікроорганізми, які дають імунній системі робити захист для дитини. А якщо дитина не буде захищена, дитина буде хворіти. Чому спалахи кору? Треба вакцинувати вчасно і все. Олена Анфьорова говорить, частина дітей, які обслуговуються в її закладі, мають щеплення від грипу. Додає, навіть зараз можна зробити щеплення від грипу. Навіть і до розвитку епідсезону ми чекаємо. І в розпал епідемії ми теж повинні робити вакцинацію від грипу. Навіть якщо людина мала контакт і почалось захворювання, ми також його вакцинуємо. Чому? Тому що антитіла виробляються, і це захист додатковий вже. У нас організм якби отримає готовий захист від цього захворювання. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі, а тема нашого ефіру – щеплення і, зокрема, щеплення від грипу. Тетяна Володимирівна, щойно ми бачили сюжет, і молода мама сказала, що взагалі вона проти будь-яких щеплень, а що дійсно вакцини в нашій країні такі неякісні і завозять їх з Пакистану, Індії, як вона мовила. Будь ласка. Ну, к сожалению, я посмотрела сюжет і... Очень жаль, что у нас есть такие мамы, которые неправильно осведомлены о качестве вакцин и о том, что и самое плохое, что это влияет на ее решение вакцинировать или не вакцинировать ребенка. На сегодняшний день и, скажем так, уже, наверное, в течение 2 лет у нас есть вакцины производства Индии, это вакцина АКДС, для вакцинации детей 1 и 2 года жизни. И вакцина АДСМ – это для вакцинации взрослого населения и подростков. Что я могу сказать? Завод индийский – это один из самых лучших заводов в мире. Почему? Потому что там исключено действие человека, влияние человека на производство вакцины. Весь процесс полностью автоматизирован. Поэтому качество вакцины не может подлежать сомнению. Эти вакцины все имеют сертификат GMP, который дает ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. Качество вакцины обычно проверяется неоднократно. Проверяется на заводе в ходе технологического процесса, потом его обследует Всемирная организация здравоохранения. При поступлении в Украину вакцина получает сертификат, украинский сертификат, и после чего еще несколько месяцев она находится на карантине, и еще раз сертифицируется, и только потом вакцина, укрвакцины привозится в регионы Украины. Поэтому говорить, что вакцина некачественная, ни в коем случае нельзя. Почему мама так говорит? Потому что на эту вакцину, да, действительно, есть большое количество реакций в виде местных реакций. То есть у деток бывает покраснение кожи, отечность бедра вместе инъекции, бывает температура высокая, но это в пределах 3 дней обычно. И то, что родители пугаются, что ребенок не может встать, они все говорят, у меня ребенок не встает на ноги. Это не потому, что какое-то осложнение или что-то, потому что этот отек давит на нерв, и ребенку больно, и он просто не встает на ноги. Но это все, отек спадает, и все восстанавливается, и ребенок здоров. Но эта вакцина дает возможность дает более высокую защиту против коклюша, потому что туда входит цельноклеточная коклюшная палочка.
И поскольку у нас в Украине все-таки коклюш заболеваемость достаточно высокая, поэтому и в свое время было принято решение именно завести эту вакцину для того, чтобы повысить уровень защищенности детей против коклюша. Все вакцины, кроме индийской вакцины, вот этих двух вакцин, у нас вакцины из Франции, вакцины из Кореи, это против гепатита Б, у нас вакцины болгарская БЦЖ вакцина и вакцина АДС для шестилеток, то есть и все вакцины абсолютно хорошего качества. Нельзя сомневаться в качестве вакцин однозначно. Чому така все ж таки недовіра з боку населення до вакцин, як ви думаєте? Возможно, я так думаю, что, возможно, медработники должны больше говорить, больше рассказывать и больше работать с родителями, начиная, возможно, с беременными мамами уже говорить, как ребенок должен вакцинироваться, маму беременную вакцинировать обязательно и рассказывать о вакцинах. Более тщательно і більш подробно родителям. Ви зазначили про вагітних жінок, а наскільки вагітним жінкам, чи можна їм робити щеплення? Я так думаю, що да, я на цей вопрос, звісно, відповідаю. Во-первых, беременна – це група риска. Група риска – висока група риска по заболіванням грипом. Поэтому вакцинація беременних в будь-якому сроці беременності можна і потрібна. Что касается других вакцин, если у нас есть необходимость профилактики столбняка и беременная не привита, конечно же, во втором триместре беременности эту вакцину можно и нужно делать. Говорить о вакцинации другими вакцинами, об этом речь не идет. Конечно же, это все должно быть сделано на периоде подготовки к беременности и выдержанные особые сроки, которые необходимы до наступления беременности. А что касается гриппа, вакцина абсолютно показана, абсолютно всем беременным. И те отказы, которые на сегодняшний день беременные пишут в отказе от вакцинации от гриппа, это неразумно, это неправильно, это подвергание риску и себя, и будущего внутриутробно развивающегося ребенка от проблем развития внутриутробных пневмоний у детей, если мама заболела. И осложнение, и грипп у беременных протекает куда тяжелее и сложнее, чем у обычного человека, поскольку он очень часто осложняется пневмониями. А вирусные пневмонии, к сожалению, лечатся значительно сложнее, и исходы беременности от этого, конечно же, могут быть плачевными. Я хочу добавить, скажем, в Америке, если у нас вакцинация беременных – это единицы, которые вакцинируются против гриппа и против коклюша, дифтерии и столбняка, то в Америке там все беременные на 32-36 неделе беременности вакцинируются вакциной АКДСМ, для того, чтобы защитить ребенка от коклюша и защитить ребенка от врожденного столбняка. И посезонно вакцинируются против гриппа. Все, абсолютно. И зато у них смертность беременных у них нулевая. От этих данных заболеваний. Да, от гриппа, от данных заболеваний. У яких випадках людина отримує медичний відвід постійний та тимчасовий? По медицинским отводам от вакцинаций есть постоянные временные медотводы. К временным медотводам относятся острые заболевания, когда человек просто заболел. Но это на сегодняшний день критерием является только температура выше 38 градусов. Если температура незначительная и небольшие катаральные проявления, то вакцинацию делать можно, допустимо. Обострение хронических инфекций является медотводом. Ну, конечно, беременность, если это речь идет о других вакцинах, ВИЧ-инфекция, действительно ВИЧ-инфекция. И к постоянным медотводам относятся аллергия на компоненты вакцины, если на предыдущую вакцинацию были действительно тяжелые осложнения, такие как анафилактический шок. И тяжелые неврологические прогрессирующие, скажем,
неконтролируемая эпилепсия, когда невозможно медикаментозно контролировать приступы эпилепсии, либо ну, какие-то очень тяжелые заболевания, которые не дают возможность сделать прививку. А так в основном все могут делать вакцинацию. А скажите, будь ласка, чи достатньо в Миколаївській області щеплень? На сегодняшний день очень приятно сказать о том, что количество вакцин, имеющихся согласно календарю прививок, у нас есть в полном объеме. И возможность вакцинироваться имеет абсолютно любой человек, обратившийся в лечебное учреждение. Мы тут не подняли вопрос о том, что в связи с реформированием системы медицины, да, происходящей на сегодняшний день в нашей стране, иногда люди задают вопрос, а где прививаться, к кому обращаться? Обращаться к семейному врачу, который имеет возможность, и есть прививочные кабинеты в семейных амбулаториях, где эти прививки будут сделаны. А сколько коштует щепление? Нисколько. Нисколько. Это абсолютно бесплатная процедура. Мы говорим о обязательном календаре прививок, который существует в Украине. Это 10 инфекций. На сегодня, а чи змінився календар щеплень? На сегодня население все заключает договор с врачами. Вот. Если семья заключила договор с врачом, то по поводу вакцинации она и обращается к тому врачу, с которым они заключили договор. И в данной семейной амбулатории, где работает этот врач, складываются планы прививок на этот год, и будет распределена вакцина на этих детей. Поэтому, поскольку все прививки в свободном доступе, те, которые соответствуют календарю прививок, то, пожалуйста, вы можете подойти к своему врачу, обратиться. Доктор вас проконсультирует, нужна вам прививка в данном возрасте, не нужна вам прививка, правильно ли вы сделали прививки. То есть, может быть, что-то не хватает, и вы можете спокойно провакцинироваться. Перед прививкой не нужно сдавать никакого особенного обследования, никаких анализов. То есть обследование не обовязково? Нет, это решает доктор. Если доктор при осмотре ставит диагноз «здоров», то ничего сдавать не нужно. Ни кровь, ни мочу, абсолютно ничего. Вы знаете, я еще хотела сказать, что расставился вопрос о качестве прививок. Так вот, у нас буквально по осени проходила проверка комиссии ВОЗ и ЮНИСЕФ по качеству хранения прививок и по качеству выполнения прививок в лечебных учреждениях области. Никаких замечаний комиссия не высказала ни по хранению вакцины, ни по их транспортировке в лечебные учреждения, ни по тем необходимым технологиям, которые применяются при производстве прививок любых. Проверялась вся Украина, и наша область в том числе была выборочно несколько областей, и наша область попала на проверку. И слава Богу, что наша область Миколаївська виглядала гідно. Очень достойно. Це не може не радувати. А скажіть, будь ласка, коли які щеплення необхідно зробити кожному? Соответственно, календаря. Существует календарь прививок профилактических, и первая прививка осуществляется в роддоме, это вакцинация против гепатита Б. Она происходит в первые сутки, как только ребенок рождается. Почему? Потому что гепатит Б самый опасный, именно чем раньше, если он инфицируется ребенок раньше гепатитом Б, то больше шансов перейти в тяжелую злокачественную хроническую инфекцию гепатита Б. Поэтому вакцинируют рано, в первый день. Третий-пятый день – это… Татьяна Володимировна, я перепрошу, у нас есть звонок, давайте послушаем, а потом вы перерахуете дальше, далее щеплення. Алло, добрый вечер, вы в эфире. Алло. Алло. Чомусь немає зв'язка, можливо. Тоді ми, але прямий ефір і третій-п'ятий день – це вакцинація БЦЖ. Теж в роддомі робиться, і після вакцинації БЦЖ, якщо все добре дозволяє стояння дитина, дитина з мамою виписується додому. І наступна вакцинація його чекає в 2 місяці. Це комплексна вакцинація – АКДС, поліомієліт, гепатит Б і ХІП. 4 місяці – и 6 месяцев подобная вакцинация. И до года все вакцины сделаны.
И следующая вакцинация идет в год. Это против корек, паротита и краснухи. И ревакцинация тоже против гемофильной инфекции. Гемофильная инфекция, очень многие не знают вообще, что это такое. И почему ее включили вообще в календарь так, прививок. Так, а будь ласка, если вы скажете. Гемофильная инфекция – это достаточно тяжелая инфекция, которая вызывается палочкой гемофилус инфлюэнция B. И вызывают очень тяжелые пневмонии, тяжелые отиты, эпиглотиты. То есть те заболевания, которые могут закончиться инвалидностью. И достаточно тяжело поддаются лечению, потому что гемофильная палочка, она очень резистентна, то есть нечувствительна к антибактериальной терапии. Поэтому и лечится так плохо. Поэтому было решено включить вот эту вакцину в календарь прививок. Я перепрошую, знову до нас намагаються приєднатись глядачі. Добрий вечір, ви в ефірі, якщо є зв'язок. Будь ласка. Да, добрий вечір. Добрий вечір. У меня такой вопрос к пане Татьяне. Хотелось бы знать, бескоштовные прививки только вид гриппу, чи вообще по всему календарю щеплений? Значит, бесплатные прививки, это что касается календаря прививок. Те, которые поступают за счет бюджета государства. Это бесплатно. Прививки против гриппа не являются обязательными, и они платные. Вы сами их должны приобретать по своему желанию в аптечной сети. Спасибо. Тогда у меня вопрос такой. Вот у меня внук до года был привит всеми прививками, и все АКДС они покупали сами. Почему? Это по их желанию, потому что, наверное, родители хотели привиться комбинированными вакцинами. Это желание родителей. А почему у нас нет бесплатных комбинированных прививок? Ну, как я объясняла, поскольку у нас в Украине была ситуация с вакцинацией достаточно тяжелая, и повышенное заболевание коклюшем было решено приобрести вот эту вакцину АКДС индийскую для того, чтобы повысить уровень иммунитета защиты против коклюша. Ну, комбинированная вакцина, там же тоже коклюш входит. Говорим о том, что индийская вакцина все-таки не очень хорошая, да? Хорошая вакцина, качественная. Разница в том, что в комбинированные вакцины входит так называемый ацеллюлярный коклюш. Это разрушенная коклюшная палочка, и оттуда взято только два антигена. И она дает немного ниже уровень иммунной защиты, чем цельноклеточная коклюшная палочка. Спасибі, Тетяна Володимирівна. І повертаючись до грипу, скажіть, будь ласка, ще видів грипу існує чимало. А чи може одне щеплення захистити від усіх видів грипу? Всемирна організація здравоохранения ежегодно прогнозирует, какой грипп ожидается, так сказать, на следующий год. И в зависимости от этого рассчитывается или планируется вот эта вот будущая вакцина, которую делают в начале года. Она запускается в начале года, выпускается летом, и вакцинация начинается с осени. Туда входит в этот год вакцина. В Украине две вакцины было. Это ваксигрипп тетра, в которой было 4 компонента впервые. Это новая вакцина. Туда входит 2 гриппа А, 2 гриппа Б. И фактически на сегодняшний день один из гриппов А, он и превалирует в клинике. И вакцина корейская GC-Flu, в которой 3 компонента. 2 гриппа А и 1 грипп Б. На протяжении 20 лет, я бы сказала, пока люди прививаются против гриппа, Всемирная организация здравоохранения еще не ошибалась в своих подсчетах, в своих прогнозах. Слава Богу. У нас снова звонок. Алло, добрый вечер, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня внучка, мать-одиночка, будьте добры, а вот эти вот прививки можно бесплатно сделать или нельзя? Есть какой-нибудь Какие прививки? Извините, я не поняла, какие прививки? Ну,
от, ну, что можно, гриппа, всего остального. Еще раз, от гриппа. Разрешите, я вам еще раз отвечу. Согласно календарю прививок, грипп в календарь прививок не входит. Это рекомендуемая вакцина, но закупок этой вакцины за счет поставок министерства не существует. Поэтому, что касается гриппа, вы его должны купить сами в аптеке, изъявить желание, и вам эту прививку сделают. Все остальные прививки, гепатит Б, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полимиелит и хип-инфекции, они все у нас есть в наличии, и они делаются абсолютно бесплатно. Есть еще для матери-одиночек какие-то там услуги, скидки или что-нибудь? Услуги, какие услуги? Какие услуги? Я не поняла, о чем речь. Ну, може, глядачка має на увазі безкоштовний огляд дитини? Конечно. Ребенок, либо взрослый, осматривается абсолютно бесплатно. Медицина у нас бесплатная, поэтому, если вы обращаетесь, конечно, в частные клиники, но это уже совсем другой вопрос. А если мы говорим с вами о государственных лечебных учреждениях, все медицинские обследования проводятся бесплатно. А скажіть, будь ласка, Людмила Борисівна, Тетяна Володимировна, чи були у нас в області смертельні випадки від грипу? Ну, щоб не дуже лякати, звичайно, населення, але все ж таки. В этот год не було. Не було, слава Богу. А від кіру? Тому що ситуація з кіром достатньо серйозна. У нас в області нет. А в Украине в прошлый год от кори умерло 15 человек, из них 11 детей и 4 взрослых. И в этот год уже 2 человека, один ребенок и один взрослый. Вот буквально позапрошлый день умер взрослый мужчина в Житомире. То есть вы радите делать щеплення? Да, обязательно. Конечно. Щеплення – это единственный метод защиты от инфекции, профилактики, единственный. Спасибі вам. І цю тему сьогодні ми вже обговорили. А що буде завтра, покаже час. На все добре.